Привет. Привет. Каким ветром? Попутным. По делу или так? По делу. Я хотел поговорить с тобой. Ну, мы потом поговорим. Здрасте все сразу. Здрасте. Что это у вас дверь нараспашку? А где шеф? На семинаре он. Должен быть вот-вот. Обещал. 13:59. Значит, сейчас откроется дверь. Петров еще не приходил? А че-то разулыбались-то? Виктор Николаевич, как там насчет той путевочки? А? Извините. Здравствуйте. Здравствуйте, Алексей Петрович. Саша. Да? Вы ошиблись, обсчитывая последнюю серию. Машина считала. Я пересчитал второй опыт. Вы ошиблись. Ну, может, только второй. Неужели всю серию заново? Ну, хорошо. А как же иначе? Или, может быть, вы хотите, чтобы я сделал эту работу за вас? Нет, я сделаю, конечно. Только, пожалуйста, не надо эмоций. Мне нужны точные цифры. Завтра в 10:00 я отдаю этот текст на машинку. Я все сделаю, Алексей Петрович. Уж окажите мне такую любезность. Светлана! Да? Зураб Спиридонович. Да? Значит, я буду вначале у Сидорова, а потом в библиотеке. Вот, и позвольте вам представить, наш новый сотрудник, познакомьтесь, Иванцов Геннадий Борисович. Да, и не забудьте представиться нашему завлаву. Ну, я ушел. Зураб Спиридонович, аспирант. Просто Иванцов. Светлана. Светлана. Гена. Очень приятно. Да. Семен Ильич. Здравствуйте. Добрый день. А я как раз к вам собрался. Как самочувствие, Алексей Петрович? Благодарю вас, нормально. Ну и прекрасно. Присаживайтесь. Угу. Спасибо. Жду ваших слов. Семен Ильич, необходимо стекло. Просто, знаете, позарез. В первую очередь шлифы. Да, реактивы привезли. Наконец-то. Привезли, да. Но не те. Разберемся. Вы напишите мне об этом поподробнее. Сидоров, все в порядке? А давно? Спасибо, Вальчик, спасибо. Вот, пожалуйста. Список, докладная, заявка. Угу. Вы мне больше ничего не хотите сказать? Мне можно? Здравствуйте. Подождите, пожалуйста, в коридоре. У нас важный разговор. Извините. Я вас позову. Угу. Подождите, подождите. Как-то этого с ним нехорошо, Семен Ильич. Наглец. И где вы только такого отыскали? Впрочем, они все сейчас такие шустрые. Ну зачем вы так говорите? Талантливый парень. Таких сейчас 2 на 1000. Вы мне об этом уже говорили. Да, вот вы сейчас на него напустились. А он, между прочим, обильно цитировал в своем дипломе одну статью. Вашу, 58-го года, помните? Глядишь, ты откопал. Вот-вот. Ну, ладно, я побежал. Мне еще надо успеть на Яковлева. Но мы так и не поговорили. Вы будете на защите? Постараюсь. Вот там и поговорим. Всего хорошего. Кликните мне этого вашего наглеца. А нет, это уж вы без меня. Геннадий Борисович. Геннадий Борисович, дверочку прикройте. Ну, как съездили? Как подзаработали? Я готов приступить к работе. Глядишь ты, не прошло и 3 месяца, а уже готов. Кстати, чтобы вы знали, я мог бы 2 телеграммами в штаб строительных отрядов и в горком комсомола эту вашу поездку пресечь. Я ведь еще и сейчас могу попортить вам биографию. Так зачем же дело стало? Располагаете очень. Рука не поднимается, чтобы наказать. Прошу. И третье. Изучено влияние полидисперсности, а также геометрической формы зерен на динамические характеристики течений при различных скоростях твердой и газовой фазы. Таблица 6. И 7. Вы прочли? 4 и
Прочел, да. Ну и что? 7 ошибок. 4 в теории. 3 в численных оценках. Не может быть. В практическом отношении типов струй. Вот основные формулы и графики по этому разделу. Но принципиально это возможно? Извините, я послушаю. Полученные диссертации теоретические экспериментальные результаты могут быть использованы для оптимального моделирования. Понимаете, Семен Ильич, то, что вы хотите получить, это маловероятно, но возможно. Но способ, которым вы это хотите сделать... По сути дела, заложена основа количественной теории, инженерных методов расчета устройств, ответственных за струйный вдув реагентов внутрь слоя. В частности, на основе существенно нестационарной модели течения, генерируемого газовыми струями в псевдожиженном слое, получены расчетные формулы. Таблица способ, взятая, которым вы это хотите сделать, нереален, опасен. Я бы даже сказал, авантюрен. В широком интервале динамических режимов. На основании исследований, обобщенных в диссертации, были разработаны лабораторные полупромышленные установки с интенсифицированным межфазным взаимодействием. Часть из них была рекомендована к внедрению, а некоторые устройства уже внедрены в производство. Вот видите, уже 4 ляпа. Ну и что? Ничего, сейчас он закончит, я выступлю. Да будет вам. Это ж не кандидатская, а докторская. Тем более, должен быть умнее, обязан. У кого есть вопросы к диссертанту? Да, пожалуйста, Алексей Петрович. Пожалуйста, прошу. Слово имеет доктор наук Петров. Да, Семен Ильич. Хочу опять вернуться к вашей работе. Я ведь против нее потому, что наша лаборатория, по-моему, начинает терять свое лицо. Еще немножко сюда. Нет, ну посмотрите, газовики, нефтяники, КБ, СКБ. Говорят, вы пожарникам что-то обещали. Я вас понимаю, Алексей Петрович. Но профиль института — прикладная наука, так что... Да нет, но профиль института — это все-таки завтрашний день прикладной науки. Ее проблемы... Фундамент. Для остального существуют отраслевые НИИ. Которые не справляются. Значит, надо их усилить. Нельзя же их работы перекладывать на нас. Здравствуйте. Мы же свою работу на них переложить не можем, правда? Нехорошо говорите, Алексей Петрович. Наше, их, свое, не своя. Все наше. Можем помочь, помогаем. Вот так. Мы ведь много чего можем. Можем и картошку копать. Только это нам... Нам, я имею в виду, в целом, в большом масштабе, слишком дорого обойдется. Можно ведь и микроскопом гвозди забивать. Не утрируйте, Алексей Петрович, дело серьезное. Эффективность науки – это быстрая отдача вложенных средств. Да, вот никогда бы не подумал. Вы домой? Я думаю заглянуть в библиотеку. Кстати, о прикладной тематике. Опять звонили от Артемьева, требуют вас... Так ведь к ним попадешь, засядешь. Ну, я пока тяну. Тяну. Геннадий Борисович, вы домой не собираетесь? Да-да-да, завтра. Коля, Коль, подожди. Я провожу. Хорошо. Иванцов, Геннадий Борисович. Вы, я вижу, уже освоились. Прошу. Семен Ильич, я, наверное, вам не нужна в данный момент. Вы, Сашенька, меня насквозь видите. Садитесь, Геннадий Борисович, садитесь. Ну, я пошла. До свидания. Семен Ильич, да я не привык. Садитесь, садитесь. Печатная работа у вас одна уже есть. Это начало хорошее.
На втором и третьем курсе именной стипендиат, премии на конкурс студенческих работ, командир стройотряда. Это из личного дела, да? А вы что, решили, что я кота в мешке покупаю? А циклы карбины слыхали? А, это какая-то химическая патология, а результат сумасшедшая энергетика, да? А кандидатской еще не думал? Нет. Женат? Нет, а что? Жаль, тоже, можно сказать, стимул зарабатывать. А я в науку не за деньгами. Ха! Эк вы, мы все в науку не за деньгами. Тем более, что денег-то особых в науке не платят. Да, наука, наука. Ты ведь комсомолец? Да, а что? Я тоже был комсомольцем, правда, еще на фронте. А там не спрашивали, а что? Комсомолец, иди первым. Я знаю. Все знают, а первые не все. Так то война. Да, война. В жизни всегда есть место подвигам, согласен? А? Да, конечно, есть. Только время-то сейчас наше, между прочим, тихое. Время-то теперь самое боевое. Боевое. Сейчас направо? Вот здесь, пожалуйста, остановитесь. Сюда? Ага. Вот. Спасибо. А вот скажут тебе завтра, надо. Шаг шагнешь, а? Я же офицер запаса, лейтенант. В личном деле это есть. Я не про армию, там и спрашивать нечего. Приказ и готово. Я про другое. А про что? Ну ладно, потом поговорим. До завтра. Прошу. Ну, околдовал Завлаба. Он меня за год работы ни разу не подвозил. Да ну его темнило. Ты всегда хорошо разбирался в людях. Между прочим, автор одной известной статьи. До сих пор цитирует. Слушай, так я знаю, сам цитировал. Он потом печатался только как И. Сидоров и еще кто-то. Петров, Сидоров и еще кто-то. А теперь, я уверена, будет Иванцов, Петров и Сидоров. Саша, ты пойми. Я вообще в институт этот, в лабораторию эту, там, где ты, понимаешь? Да. Ну что за шутки? Да я серьезно. Ну, не для того, чтобы старая, а не могу я без тебя, понимаешь? 2 года держался, гранит науки долбил. Ты пойми меня правильно, я ведь привык выкладываться. Еще пацаном, спорт, 5 тренировок в неделю, потом наука, языки, математика, рефераты по ночам до рези в глазах. И мне никто ничего не преподнес на блюдечке. Ничего. Я все сам, понимаешь? Да. Помню, знаю. Все сам, только сам. И только себе. Но ведь не об этом речь. Ты все понять не можешь, как это мы с тобой расстались. Я вроде уже фату примерила. И вдруг... Только ты не думай, я тебя не виню. Да я себя виню, понимаешь? Я сам себя виню. Саш, ну ведь было же у нас. И хорошо было. Ну ты помнишь? Помню. Саш. Ты только скажи. Я все сделаю. Не могу я без тебя, понимаешь? Понимаю. Но не понимаю, могу без тебя. Понимаю. Только все прошло, Гена. Я простила тебя, но все прошло. Я люблю другого человека. Этого не может быть. Может, может. Нет. Гена, все прошло. Ну, не прошло. Не прошло. Не прошло, слышишь? Не прошло. Я живой еще. Живой. Лариса, тебе привет от Ивана. Спасибо. Они остановятся у нас на несколько дней. Не слышала. А потом махнут в Армению. Нет, у него ведь жена оттуда. Я знаю. Ну что ты скисла? Ведь ненадолго, и мать будет рада. Как
Конечно. Тебя не поймешь. Спасибо. Сколько лет живем, только и делаем, что бегаем по магазинам, встречаем, провожаем то сестры, то брат Иван, то дядя, то тетя. Ну что, я виноват, что у меня столько родственников? Приезжали бы твои, покупали бы твоим. Да не о том я, Сеня. Ну, если уж принимать людей, так надо по-человечески, а не кое-как. Или уж совсем не принимать. Ларис. Ну что, Ларис? Ну, знаешь, что я это не люблю, все равно зовешь. Ну, зови, зови. Ну, перебьемся. Угу. Конечно, перебьемся. Только вот ты завтра исчезнешь, а я буду с ними крутиться. Как будто это вот в первый раз. Ну вот. Алло, Павел Павлович, ты? Да, это Сидоров. Ну, я тут подумал, подумал и решил, вызывайте к себе консультанта. Я не возражаю, нет. Да, Петров, Петров, Алексей Петрович. Угу, точно. Всего. Ну, так что мы будем делать? Ну что, могу предложить тебе прогулку по вечерней Москве. Это с тобой-то? А что такое? Ты в зеркало себя видел? Ты на себя посмотри. Вон, а вон. А что? Очень привлекательная женщина. На улице дождь. Лучше под душем постоять. Вдвоем? А что? Нет, ничего. Просто вдвоем под душем не погуляешь. Ну, предложи что? Пожалуйста, у меня есть гениальный вариант. Могу предложить тебе роскошную прогулку по вечерней Москве. Ой, так, ну что еще? Пластинки. Телевизор. Можно смотреть на стены. У нас замечательные стены. Это мой муж, мой любимый муж. Говоришь, что умный, Петров, а ничего не можешь придумать. Как это не могу придумать? Я предлагаю тебе роскошную прогулку по вечерней Москве. Открой дверь. Вот пойди и открой сам. Я не могу открыть, ты же видишь, я лежу. Петров, открой, я тоже лежу. Я не могу, это постоянное унижение. Вместо роскошной прогулки по вечерней Москве. Петров, открой, Петров, закрой. Можно подумать, я работаю в доме швейцаром. Кто там? Добрый вечер, Сеть. На вас горит свет, да? Яша, у них горит, и телевизор работает. Добрый вечер. Пишите, посмотрите, добрый вечер. Потому что мне нужно знать погоду на завтра. Яша, Алексей Петрович предлагает посмотреть телевизор у них. Боренька, Боря, иди сюда, мальчик. Вы знаете, я не могу оставить ребенка одного в темной комнате. Яша проверял все пробки, а они оказались целы. Хорошо, спасибо. Этот концерт будет идти еще 3 часа. Вы могли бы спокойно сидеть дома. Слушай, почему ты вечно со мной споришь? Спорщик. Ну и музычка. Вы меня извините, я отлучусь. Пожалуйста. То же самое. Что за фокусы, Петров? Боря! Яша, дай мне руку. Спасибо, Алексей Петрович, спасибо. Давай, поднимайся. Ну, погоди, Петров. Пожалуйста. Ой, Боренька! Это мой, Маргарита Сергеевна. Шел вон! Мы только телевизор пришли. Боря, что с тобой? Со мной ничего, это папа упал. Господи, сколько же их набежало. Петров! Боренька, немедленно закрой глаза, немедленно. Ты потом мне все расскажешь. И ты тоже закрывай. Закрывай, вставай. Идем. Ну что вы шумите, Роза? Сейчас чаек сообразим, есть варенье.
Нет, спасибо, Маргарита Сергеевна. Как-нибудь в другой раз. Иди, иди, до свидания. Иди, я же тебе говорю, иди. До свидания, Алексей Петрович, до свидания. Да выключи ты этот ящик. Если соседи, убью. Ты же сама хотела разнообразия. Тебе чего, Боря? Я собаку забыл. Анчар, ко мне! Анчар! Рита, у тебя что-нибудь стояло на столе в кухне? Котлеты на завтра что? Нет, ничего. Просто я подумал, что не в котлетах счастье. Семен Ильич, вызывали? Да-да. Где виза инженера по технике безопасности? Семен Ильич, ну не нашел я его, не нашел. Вот когда найдешь, тогда и подпишу. Хватит нам истории с Петровым. Господи. Иди, иди, иди. Дело-то срочное, Семен Ильич. Все. Панченко? Где его теперь буду искать? Из одной подписи. Юрий Михайлович, как там с заявкой 7-й на импортное стекло? Как только будет. Это точно? Ага. А вы знаете, что стекло уже на базе? Неважно откуда, но это точно. Так что пошлите, пожалуйста, людей и машину. И как только будет, позвоните. Геннадий Борисович, хочу поручить вам важную работу. Вы не против? Нет, не против. А что за тема? Тема закрытая. Пока не разрешу никому ни слова. Даже Алексей Петрович ничего не должен знать. Все вопросы только через меня. Ясно? Ясно. Только не ясно, где работать и когда. Работать будете здесь, у меня в кабинете. Но только после окончания рабочего дня. Это временно, ненадолго. А как же Алексей Петрович, ведь он, так сказать, мой непосредственный начальник. Он что, ничего не должен знать? Ваш непосредственный начальник я. Ну, а какие стимулы там, я не знаю. Если будет все в порядке, дорогой Геннадий Борисович, сверлите дырку на пиджаке. Будет что носить. Ну и, соответственно. Так что вот, ознакомьтесь. Квартиру дадут? А вам что, квартира нужна? Нужна. Ну, нужна, значит, дадут. Ну, понимаете, Семен Ильич, такое дело... Садитесь. Серьезное, мне подумать надо, я не... Думайте, думайте, Геннадий Борисович, разбирайтесь. Но только недолго. Время решает все. Время. Седьмая лаборатория. Седьмая. На минуточку. Зураб Спиридонович. Извините. Да? Зураб слушает. Наташа? Нет, почему? Узнал. Неужели вы так плохо обо мне думаете? Нет, Наташа, я волнуюсь и буду волноваться, пока вас не увижу. В 7 часов? Хорошо. Жду. Но если раньше, я не умру от волнения. Да. Жду. Какая Наташа? Ну-ка, давайте, Саша, посмотрим ваши таблички. Здесь есть несколько интересных цифр, я там поставил крестики. Вы начали третий сезон. Да. Да? Так точно, Зураб слушает. Ах, это вы. Я голос сразу узнал, но сам себе не поверил.
Ну, Оля, зачем, зачем вы так думаете? Нет, Оля. Нет, сегодня никак не могу, я работаю очень поздно. Ну, часов до 12. Давайте завтра в 7. Ровно в 7. Ну, конечно, если я не умру от увольнения, да. Зураб Спиридонович. До завтра. Что смеетесь, что? Алексей Петрович, вот объясните мне, почему из нас, из научных работников, делают каких-то мрачных людей, которые только лоб морщат? Наука – это не бульдозер. Это мотылек, цветок, радость. Ей радоваться надо. Вот тогда можно придумать и такое, чтобы люди тоже радовались. Вы знаете, у вас довольно оригинальная трактовка науки, Зураб Спиридонович. А это не я. Это жизнь придумала. Вот зайдите в магазин, посмотрите на товары. Я безошибочно вам скажу, что делал. Веселый человек, что мрачный, хитрый, которому все равно. Ну, а вот, например, танк. Света, ну зачем тебе танк? Ты что, на нем к другу поедешь? Или на свадьбу? Не понимаю. Не понимаю, танк ей нужен. Так, ну ладно, разрядились и хватит. А где Иванцов, кстати? В библиотеке. Здесь разве почитаешь? 7-я. Нет, это не Зураша. Это скорее Алеша. Маленький совет вам, Зураша. Вы все-таки поберегите свои силы для науки, ладно? Постараюсь. Какие обязательства? Так можно и на первое место. Замахнулись. А успеете? Что вы сказали? Я говорю, успеете? Посмотрим. Извините. Ну, давайте. Действуйте. Давай, ребята, осторожно. Так. Поворачивай. Так. Взяли. Тихонечко. Аккуратно. Так. Так. Геннадий Борисович. Да? Ставь, ребята. Геннадий Борисович, можно вас на минутку? Чем дело-то? Тихо. Геннадий Борисович, да? Запомните, пожалуйста, одну единственную вещь. Никогда больше этого не делайте. Понимаете, о чем я говорю? Никогда не занимайтесь не своим делом. А у меня идет откачка, Алексей Петрович. Если я вижу, что нужно помочь, я помогаю. Геннадий Борисович, это не ваша профессия. Понимаете? Он не за это платит. Если вы занимаетесь не своим делом, стало быть, вы не занимаетесь своим делом. Я учту, Алексей Петрович. Сделайте милость. Взяли, ребята. Осторожно, не шкаф тащишь. Так, осторожно. Еще чуть-чуть. Так, ну. Алексей Петрович, вас к директору. Хорошо, спасибо. А Сидоров у себя? Ну, откуда мне знать? Ах, не знаете? А кто знает? Алексей Петрович. А, Алексей Петрович, у директора были? Сейчас пойду. Семен Ильич. Один вопрос. Вот насчет этой темы 7108. Вы это как тогда? Всерьез обещали или, может, это просто блеф? Что делать? Жить-то надо. Что-нибудь сделаем. Что-нибудь сделаете? Ага. А что конкретно? Договор-то выполнять надо. Или расторгать. Да. А за счет чего мы с вами приборы покупаем? А лимиты? А деньги? Ну, черт с ними, с этими приборами. Ну, не купим мы эти приборы. Что произойдет? Что из-за этих приборов рисковать? А потом вы не хуже меня знаете, что над этой темой можно работать только на полигоне, в бункере, с дистанционным управлением. Эк, у вас все просто, удобно, можно сказать, комфортабельно. Нет условий, значит, подождем. А условия не спешат. А как мы, можно сказать, голыми руками атомную бомбу делали? А как мы в 41-м на танке с гранатами? Условия. Есть одно условие. Надо и все. Понимаете, Алексей Петрович, надо. Не надо. И не надо о 41-м, Семен Ильич. Знаете, у меня у самого отец похоронен под Москвой.
И вообще хватит об этом. Давайте разговаривать по делу. Есть места, где эту научную работу сделают и лучше, и быстрее. Эту работу поручили нам. И вы об этом знали, и молчали до сегодня. Вы были заняты. Я сам продумал, сам рассчитал, а теперь являетесь вы и устраиваете вопли. А я еще раз говорю, эту работу мы сделать можем. Кто это мы? Лаборатория номер 7. Лично вас я утруждать не стану. Семен Ильич, вы прекрасно знаете, как я к вам отношусь. Как я вас уважаю и ценю ваши заслуги, ваш талант. Но вы меня извините, обижайтесь, не обижайтесь. Вы отстали, Семен Ильич. Извините, но вы зарываетесь. Да нет, это вы меня извините. Извините, но я повторяю, вы отстали, Семен Ильич. Как ученый, вы отстали. Алексей Петрович, Алеша, вы же у меня диплом делали. Вы забываете, что я уже давно не дипломник. Конечно, конечно. Краса и гордость. Доктор наук, 21 статья, доклады, и лет вам немного. А что сделал я? Я не хочу быть чиновником. Понимаете? Не хочу. Ну хорошо, а что вы хотите? Ну что? Большой скачок? Ясно. Что же вы предлагаете? Я предлагаю изъять эту тему из плана. Нет. В таком случае я иду к директору. Да, он уже идет. Я тоже. Не за что. Итак, планируется опыт. Успех исключительно заманчив. Но ведь это, по сути, путь, открывающий очень большие возможности. Ну, скажем, и такие новые лекарства, пластик, красители. Новое топливо. Да, и новое топливо, да. Но есть риск. Полупродукты нестабильны. Ну, я, кажется, все сказал правильно. Как я понимаю, это А7108? Я считаю, что мы не можем гарантировать полную безопасность. Поэтому я предлагаю этот договор расторгнуть, убытки возместить. Много у вас истрачен? Порядочно. 1030. Но дело, Лев Илларионович, даже не в потерях моральных, там, материальных. Дело в том, что риск-то минимальный, а последствия успеха трудно даже переоценить. Так как... А зачем же переоценивать? Сколько мы можем на этом выиграть? Ну, в самом лучшем случае, несколько сотен тысяч рублей. Ну, 500 тысяч – это максимум. Нет никакого смысла рисковать. А если бы эффект был на миллионы? Это другое дело, другой риск. Даже ценой человеческой жизни? Жизнь тоже можно оценить, все мы чего-то стоим. Трудно подсчитать, но грубо оценить можно. Вы же о людях говорите. А ведь каждый человек уникален и бесценен. Или вы со мной не согласны? Ну, насчет уникальности это еще куда не шло. А вот насчет бесконечной ценности, это, знаете... Ну, представим себе такую картину. 10 000 человек строят, ну, скажем, плотину. 5 лет строят они эту плотину, а потом приходит некто и взрывает ее. Причем уничтожает не только самую плотину, то есть самую вещь, которая имеет свою определенную стоимость, но и около 1 000 000 человека дней, вложенных в эту плотину. 1 000 000 человека дней. Ну-ка давайте посчитаем, сколько это будет человеческих жизней? Ну хотя бы в среднем. А вы знаете, почему чаще всего разбиваются летчики-испытатели? Спасают самолет. Очень дорогая вещь, говорят, стоит рисковать. Да, зачем я вас вызывал? Звонил мне Артемьев. Надо поехать им помочь. Угу. У них там что-то такое не лается. Изделия их горят. Я вас прошу. Да и Семен Ильич в курсе, не возражает. Нет, ну я не понимаю, почему именно я должен ехать? Да это очень важно и для института. А персонально они просят вас. Да я бы лично никого другого не посылал. Товарищ Жогин,
Товарищ Жогин заедет за вами 7:00. Ладно, я поеду. Ну, а как все-таки с этим делом? Лев Ларионович, это дело надо решать. А мы чем занимались? Ну, обсуждение закончено, мне не ясны, а решать буду я. Езжайте, Алексей Викторович. Угу. Всего доброго. До свидания. Езжайте. Наши обязательства наверху? Да. Ну, я их подписал, я за это и отвечу. Я пойду. Ну, Семен Ильич, зная ваш неуемный характер, должен вам сказать ясно. Лаборатория ваша, действуйте. Результат может быть очень велик, но и велика, конечно, ответственность. Будьте предельно осторожны. Не зарывайтесь. Все. Все. Желаю удачи. Спасибо. Уезжаете, Алексей Петрович? Да, приходится. Надолго? Кто это знает? Обедать не пойдете? Нет, идите без меня. Мне еще тут, видите, журналы нужно сдать. До свидания, Алексей Петрович. Мы вас будем ждать. Угу. До свидания. Алексей Петрович, может быть, какие-нибудь поручения будут? Нет, никаких. Идите обедать, Зураб Спиридонович. Обедать тоже надо вовремя. Счастливо вам. Угу. Геннадий Борисович, объяснитесь. Алексей Петрович, понимаете, в чем дело? Эти такелажники, им только шкафы носить. Они же понятия не имеют, сколько стоит такой прибор. А кто это выключил? А потом портвейном от них несет. А я этот аромат за версту узнаю. Так что ударить или уронить для них это пара пустяков. Ну и я, как комсомолец, как младший научный сотрудник, и просто как гражданин не мог пройти мимо. Ну как? Умеете. Геннадий Борисович, я уезжаю и в связи с отъездом должен вам сказать, обязан вам сказать несколько слов. У вас есть научное дарование, Геннадий Борисович, то есть то, что принято называть талантом. Берегите его, это не только ваше личное дело. Всего хорошего. Возьми вторую. Пошли выпьем за твой завтрашний отъезд. А то все за меня да за меня. Алло, Леша, ты помнишь, как ты меня на защите приложил? А я думаю, что в обиде. Да ни за что. Ладно, хотя иногда я тебя обидно, хотя иногда обидно, старичок. Помнишь, как вы мои женитьбы приняли? Яковлев то, Яковлев все. А помнишь, как ты меня сейчас спросил? Владик, а женился бы ты на Люсе? Будь у нее папа не академик, а вахтер, а? Четко, да. Газ спросил, четко. А я что ответил? Да ни за что, тоже четко. А теперь я говорю. Люся, разрешите? Нет. У меня жена прекрасная. Она мне родила двоих парней. Во, парни.
Я за этих ушастых готов на все. И пусть меня публично поливает Алеша Петров. 400 в месяц — это минимум. Черт с ними, с лаврами, был бы лавровый лист. Да бросьте, ребят, вы же знаете, как я вас всех люблю. О, Владик, слышал? Вот это разговор. Как-никак, мой день рождения. Владик, ты меня звал? Я тебя звал? Я тебя не звал. Ты меня не звал? Я не звал? Звал? А? Что происходит? А что, что-нибудь происходит? Ты что, не соображаешь ничего? Я все соображаю и говорю то, что думаю. Ладно, Алеша, вы тут посмотрите за ним, а то он, по-моему... Все ему боржом. Да. Дай вам волю. Ты прав, Алеша, воли нам никто не даст. Профессура сидит крепко. Ну и нам надо, пора уж на передние рубежи выходить. Сидорова твоего, завхоза, давно пора сковырнуть, хватит тебе на него и шачить. Не любишь? Не люблю. В тот раз его крепко прищемил в дирекции. Вот-вот, Владик, зря ты все это, зря. Напрасно. Не зря, не зря, не зря, Витюша. Слишком много улыбаемся, пора наконец и зубы показать. Пусть знает, что без нас им никуда не деться. А что ты на меня так смотришь? Думаешь, я себе беспокоюсь, хочу кусок рвать. Алеша, я хочу работать, работать, понимаешь? Естественно, получать за это. Хочу, чтобы меня ценили, уважали, да. Да, дай нам волю. Реорганизовать институт, посадить кругом своих ребят и работать, работать, а не куски отрывать. Я ведь о деле думаю, Алеша. О каком деле, Владик? О нашем. Но нужна гибкость, а не твой дурацкий экстремизм. Старикам это не под силу, а молодежи вообще. Начхать. Продадут тебя одни и другие. Будем. Владик, если ты надеешься, что я поддержу тебя когда-нибудь в дирекции, в президиуме или на ученом совете, можешь не надеяться. Буду против. Алеша, ты поганка. С одного курса. Да, могли бы быть с одного двора. Да, Алеша. Тебе легко быть принципиальным и морально очень удобно. У тебя ведь никаких забот, кроме науки. Ты же фанат. И детей у тебя нет. И потребностей никаких. Кончайте, ребят, все свои. Погодите, погодите. Ну, кутеж трех князей. Видишь, как я тебя царапнул по-больному? Не пожалел. А я ведь не садист какой-нибудь, независник. И науке я твоей не завидую. Ты и больше, она тебе больше, все справедливо. Хочешь так жить, живи, совершай подвиги. Я тебя уважаю. Принципиальные люди нужны, даже необходимы. А сколько ж тебе надо этих принципиальных-то? Знаешь, столько, чтоб мне жить не мешали. Ведь кроме науки еще и жизнь, вон она. Люди. А Ритка у тебя какая? Между прочим, когда ты женился, я подумал, может, он и прав. В принципе, давит, и девка у него прекрасная. Что получилось? Она страдает, ты тоже. Ну что, он обогнал. Завод какой-нибудь на год раньше запустили. Ну и что? Ну и что? Жизнь надо воспринимать такой, какая она есть, Алеша. А не придумывать ее. Кончайте вы об этом, ребят, хватит. Скажи мне, Владик, ну а сам-то ты счастлив? Я доволен. Только не надо делать из меня дурака. Играть надо по правилам. Не мы их придумали. Твоя жена, Алёша, танцует увлеченно.
Это, конечно, не мое дело. Мужики, мужики, только без грохота. Извините, один момент. Что такое, что такое? Прошу сюда, на свежий воздух. Прошу. Чудесно. О, меня нет. Меня нет. Исчезаю. Счастливо. Ребята, только вы... Я очень соскучилась по тебе. Здравствуйте, Алексей Петрович. Попался? Здоровый черт. Ищички в багажник. Привет. Поставить. А у меня один портфельчик всего. Ну что, не удалось от нас отвертеться? Да я не собирался, наоборот, очень рад. О, ну и прекрасно. А мы тебе такую программу приготовили. Рыбалка, охота, уха. А, я-то наивный человек, думал, вы меня работать зовете. Ничего, все успеем. Полчаса до самолета. А ты поторопись, Петя, поторопись. Хорошо, я приду. Вы опоздали, Геннадий Борисович, на 18 минут. Ну, как вам? Я прочел, Семен Ильич. Угу. Да. Понимаете, тема очень интересная. Да? Очень. Ну, некоторые недоработки. Да-да, там 7 ошибок. 3 в теории, 4 в численных оценках. 8-5 в оценках. Но не в этом дело. Мне очень понравился. Очень. Ну, я согласен. Да. Да. Пойдемте. Тема очень дорогая, и времени потребует массу. Поэтому... Времени нет. Наш опыт топливники ждут, целая отрасль химии ждет. Дали до сегодня, подождут и еще, всему свой срок. Сроков нет, Геннадий Борисович, есть гонка. Куда спешим, к дате. Ну, и к дате тоже. Но не это главное. Вы газету читаете, передышки нам никто не дает и не даст. Так что надо спешить, надо. Ясно. А так как времени нет, значит придется по вечерам. Нужно запараллелить какие-то работы, важно, кого дадите. Пожалуйста, кого хотите. Гобоев, Щеглов, Зуев. Зуева не надо. Хороший парень, зря. А вот не надо мне хороших парней, не надо. А кто вам нужен? Дайте Лукича, Светлану. Ну, Белова все подсчитает. Зура будет на подхвате, в общей упряжке он не потянет, да? Когда начнете? Вы не заметили? Что не заметил? Начали уже. Дайте видеозапись. Хорошо, Алексей Петрович. Только без звука. Хорошо. А то никак не могу понять, кто кого испытывает. Он нас или мы его. Хулиганье, кто звук открыл? Просочилось. Просочилось. Знаете что, у меня к вам просьба.
скажите, чтобы ничего не трогали до баллистиков. И пусть готовит четвертый. Хорошо. Алло. Говорит Фоменко. Распоряжение Петрова до баллистиков ничего не трогать. Да. Готовьте четвертый. Распоряжение Петрова. Ни хрена у нас не получится. Что? Что ты сказал? Не понял. Я сказал, ни хрена у нас не получится. И это я еще мягко сказал. Отвечаю еще мягче. Получится. Все получится, если будем работать. Работать мы, конечно, будем. Как будете готовы, доложите. И не тяните там, не тяните. Светлана. Да. Какая проба в работе? Сколько граммов? Вторая, около 100. А почему так мало? Сегодня по графику уже третья, а у вас только вторая. Я делаю. Мало делаете, понимаете? Это я мало делаю? Да, мало делаете. Знаешь. Григорий Лукич? Да. А где источники? Зураб обещал помочь. Ну, а где он сам? Где? Не знаю. Ну, как дела? Ну как, годится? Угу. Успеваем? Успеваем. Языком. Зураб исчез. Монтируйте. А где Зураб? Да, вот я тоже спрашиваю, где Зураб? Нет, это я вас спрашиваю, где Зураб? А я здесь. А вы, между прочим, могли на работу вообще не выходить. Тем, кто работает, было бы свободней. Где источники? Я ходил за ними. Ходил. И что это с ним, Семен Ильич? Не с ним, а с вами. Пойдемте-ка, Зураб Спиридонович, поговорим. Покурить хоть можно? Григорий Лукич, Светлана, извините меня. А что ты? Мы понимаем, бывает. Светлана. Опять ключа нет. Я понимаю. Я не имею права. Завтра суббота, выходной день, но я прошу. Нужно выйти работать. Мы не успеваем, осталось совсем немного. Я очень прошу. Это не для меня надо. Не для тебя? А для кого? Для меня? И для тебя? Для меня не надо. Светлана! Ну что ты говоришь? Не надо, Лукич, не сглаживай. Терпеть не могу этого вранья. Ты просишь помочь сделать твою установку? Так не надо вилять. Не для меня надо. У меня, может, из-за этих ваших суббот личная жизнь никак не наладится. Свет, ну, я понимаю, но... Да подожди, Зураб! Света, ну пойми, так уж вышло, что именно от нашего успеха зависит план института, план отдела. Получим ли мы новые фонды, премии, оборудование, штаты, валюту, ну, я не знаю что. Братцы, ну не умею я всех уговаривать на пупке вертеться. Проще все самому сделать, но времени нет, не хватает. Умеешь ты, Гена, охмурять людей? Да ну при чем здесь Света? Послушай, Лукич, объясни, что они от меня хотят, а? Объясни. Я, дорогой Зураб, знаю только то, что я хочу. А я хочу покурить. А ты, Гена, почему меня по-своему переделать хочешь? Проверь, пожалуйста. Я таким, какой ты, все равно никогда не стану. Мы, Зураб, извини меня, с тобой дело делаем, а не индивидуальности сравниваем. И мне от тебя нужна точность, помощь в быстром и точном исполнении, понимаешь? Понимаю. И ты должен понять, хочешь от меня получить больше, не надо меня унижать и оскорблять. Я от этого быстрее думать не стану. Думать стану
Кто ты такой? Кто твои друзья? Кто твоя мама, папа? Вот поэтому мне некогда тобой заниматься. Некогда. Времени нет, не хватает. Понимаешь? Мы не успеваем. Да живи ты не успеваешь и другим не даешь тоже. Да живи ты. Молодец, что пришел. Понимаешь, какое дело? Родственники нагрянули. А работать мы будем. Сначала за стол. Я не пью. Мы договорились. Я отменил все дела. Ну, что ж тут поделаешь? Бой себе, твой человек. Давай. Мы сегодня работать будем. Ну, какая же тут работа, Геннадий Борисович? Ничего, ничего. Потом наверстаем. Ну, что у тебя там? Знакомьтесь. Иванцов. Сидоров. От вас можно позвонить, да? Ну, об чем речь? Спасибо. Так, вот. Минуту. Сейчас придет, сейчас сядем. Всего хорошего. Куда же вы, Геннадий Борисович? Работать в библиотеку. У меня дома нет условий. Да бросьте, потом нагоним. Останьтесь, посидим. Вторую модель я рассчитаю сам, за вами расчет первый. Куда же вы, Гена? Что это вообще за парень? Ты сядь. За стол не сел, с людьми не поговорил. Да он хороший, хороший. Ты иди, Ваня, иди. Воспитывать надо. Никакого уважения хорошего. Да давайте, ладно пожалуйста. Тебе, теперь все такие. Мы не такие. Никогда не были такими. Я и не будем. Да. Мы такими не были. И не будем никогда. Привет юным гениям. Здрасте. Как на практику, так к Яковлю, как работать, так на Сидорова. Совсем дорогу забыли. Встречаемся все время в водопое, как хищники. Кстати, а что слышно о моем друге по фамилии Петров? Ничего. Так, значит, глубоко вы его закопали своим шефом. Постарались. Да он там, наверху! Шогин! Шогин! Слышишь меня? Давай ближе к соплу! Еще ближе! Да ты что, Петрович? Он же расплавится! Не бойся, не расплавится! Ничего с ним не случится! Губин! Да. Тяни кабель! А ну, перекиньте концы и поближе! Да. Дай-ка, старик! Вот, вот так нормально! Теперь одевайте изоляцию и коммутируйте на бункер. Но зачем так близко, не понимаю. Он же выйдет из строя при первой вспышке. Ничего не выйдет. Может, поставим под бронестекло? Да чудак ты человек, ты пойми. Нам же важно, чтобы он до вспышки дал нам чистый спектр, понимаешь? Не понимаю. Это же уникальный прибор. Да не стани ты, ради бога, не развалится твой уникальный прибор. А если развалится, вам же лучше. Дадут возможность купить новейшую модель. Ага, дадут. Догонят и еще дадут. Дадут, дадут. Пойдемте ко мне в кабинет. Пошли. Ну что ж, пойдем. Как источники? За источники можете не беспокоиться. Плюньте через левое плечо. Только не на меня. А как вели себя фильтры? Точно по калибровке. На установке можно работать. Конечно, можно. Да ну, все нормально. Саша,
Саш, можешь меня поздравить? Сейчас. Можешь меня поздравить? Полный порядок. Ну, молодцы. Что, можно работать? Первую серию опытов я посвящаю тебе. Пойдем наверх, Сидор всех собирает, а? Не могу, я программу заложила. А попозже вечером? Сегодня вечером у нас годовщина памяти мамы. Извини, я не знал. Мой тост за вас, за всех. Светлана, займитесь столом. Угу. За темп, за самоотверженность. Геннадий Борисович, ну где же вы шляетесь? Присаживайтесь с нами, присаживайтесь. Сажусь, сажусь. За новые, принципиально новые результаты, которые будут получены на установке Геннадия Борисовича. Будут, я уверен в этом, будут благодаря вам всем. За вас. Ура! 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 Так, 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 пьянка на рабочем месте, под руководством и при участии. Я-то спешу их поздравить с победой, а они уже. А вы откуда узнали? Я как раз у шефа был, когда они позвонили. Сначала Артемьев, потом Петров. Садитесь. Нет, нет, я на секундочку, на секундочку. Присядьте, присядьте. Шеф просто расцвел. А уж когда Артемьев сказал, что они Петрова к правительственной награде, тут уж старик просто засиял. Мы, говорит, не возражаем. Ой, Алексей Петрович, я всегда говорила. Когда прилетает Петров? Обещал быть завтра утром. Мы так и не выпили, а тут появился еще один повод. Ну что ж, друзья, я вас поздравляю за вас, за ваш дружный коллектив. Спасибо. Считайте, что второе место вам уже обеспечено. Почему это второе? Как обязательство. Вот если бы и та темочка пошла, а делайте что-нибудь? Что-нибудь делаем. Мы сегодня закончили установку. Зураб. Поперед, батьки. А когда начнете? А завтра и начнем. Ну, я пойду. Еще раз всех вас поздравляю. Спасибо. Всего хорошего. До свидания. Василий Трофимович. Не в службу, а в дружбу. Да, Петров просил по 7108 без него ничего не делать. Шеф обещал. Ну, раз обещал, значит, обещал. Послушай, прими у меня взносы. Вот партбилет. Ну, ты что? Вот. Нашел время. Давай завтра. Прошу тебя. Не знаю. Ну, ладно, давай. Положу в сейф. Завтра все оформлю. Пойдет? Пойдет. Даже лучше, как в разведку. Ну, вы там закругляйтесь, разведчик. Пока. Пока. Зураб Спиридонович, разливайте, разливайте остатки. Давай. Дорогие друзья, я хочу предложить вам один тост. Извините, Зураб, конечно, так хорошо, как вы, я не скажу. Но я сегодня счастливый человек. Этот тост имеет для меня сугубо личное значение. Сына мне Бог, как говорится, не дал. Дочка замуж вышла, тоже, считай, отрезанный ломоток. А вот наследник у меня есть. За тебя, Геннадий Борисович. За то, что ты уже сделал, и за то, что тебе предстоит. Спасибо. Ура! Спасибо. Будь здоров! Спасибо. Ура. Ну что же вы, Семен Ильич? Да нет, сегодня я пас. Ну ладно, расходитесь, друзья, все, все. Ребята, поехали все ко мне, а? Поехали. И... Где ты как? Я нет, я домой. Да ну, ребят, поздно уже. Григорий Лукич, а вы поздно? Я домой. Да ну, ребят. Ну... Гена, Геннадий, помнишь, как ты меня насчет квартиры, а? Ну, думаю, хвату. Да. А ты знаешь, что сделает Петров, когда явится завтра утром? Прикроет он нам эту темочку. Да ну что, Семен Ильич, ну смешно даже в самом деле. Ну, шеф ему доверяет абсолютно, он сейчас в таком ореоле. Семен Ильич, завтра в 9:00 я прихожу и включаю установку. Ну, может, Лукича позвать? Да что ты, один не справишься. Ну? Отдыхай, Геннадий Борисович, готовься, а завтра, как говорится, с новыми силами вперед. Пока.
Не хочу. Владик не любит меня, понимаешь? Ну, Рит. Мама, ты сильно все преувеличиваешь. А самое главное, знаешь, я ведь его тоже не люблю. Давно. Расходиться. Да ты что? Как это расходиться? А дети? Такие мальчики. Дети. Вот их-то и жалко. Они-то в чем виноваты? Их-то он любит. А мне что? Крест на себя поставить? Ну уж сразу крест ставить. Тебе-то хорошо. Да, мне хорошо. Ну ладно, Рит, перестань, действительно. Болен, все это знаешь. Мне хорошо, мне замечательно. Только знаешь, иногда не то чтобы пожалеть его, повыть над ним хочется. Перестань. Очень трудно скрывать, что я все знаю. Рит. Очень иногда трудно быть счастливой. Хорошо. Перестань. Ладно. Ой, кто там? Привет. Кто у нас? Я думала, что это взломщики перешли квартиру грабить, а это муж вваливается. Что, написать-то Петров, конечно, не мог. Не мог. Звонить тоже не мог. Тоже не мог, некогда было. Ну, конечно, чего же тебя еще ждать? Как всегда. Привет, Алеша. Ну, так нам пришел. Задержался у вас, ужас. Так что, уходишь? Могу тебя проводить? Если вы, Алеша, пойдете, я просто останусь. Пусть проводит. Привет, ребята. Пока. Правда, а почему ты не писал, Петров? Почему ты не звонил? Я ведь ждала. Я ведь человек, Петров, я женщина. Я убью тебя когда-нибудь. Убью, вот увидишь. Пойдем, я покормлю тебя. Пойдем. Подожди. Что, Леша? Что? Подожди, сейчас. Леша! Сейчас. Леша! Господи, боже мой, да что же это? Леша! Леша! Сейчас, Леша, подожди. Сейчас. Леша. Лешенька. Ну, глоточек. Лешенька. Леша. Вот так. Так, еще глоточек. Вон. Не познавато ли? Сиди, я открою. Извините, Петров Алексей Петрович здесь живет? Он болен. Я Петров. Сиди, Леша. Проходите. Ну вот. Заходи. Очень хорошо, что вы еще не спите. Дело в том, что нам срочно нужны. Наша машина ждет вас внизу. Он никуда не поедет. Леша, что происходит? Да вы не волнуйтесь, мы просим Алексея Петровича нам помочь. Дело в том, что... Стоп. Погодите. Вы из института? Да. Что? Опознание? Да. Боже мой. Сколько их? Один. Я еду. Леша, подожди, я еду с тобой. Рита, жди меня дома. Поехали, поехали. Что? Ничего. Это кто говорит? Лев Валерьевич, вы меня извините, что я вам в такое время звоню, но
Тут у нас дело такого рода. Алексей Петрович, разбирать можно? Значит, дело в том, что... Давайте, все обесточивать. Дело в том, что Семен Ильич Сидоров... Семена Ильича Сидорова больше нет в живых. Поподробнее. Взрыв какой силы? Пожар. Больше никто не пострадал? Нет, никто. Установка Иванцова. А вот он уже здесь, его уже доставили. Да. Нет, вам не надо приезжать. Мы тут с Иванцовым разберемся. Да. Что? Утром приедете, мы вам доложим. Хотя лично мне теперь уже ясно, что все это грубейшее нарушение всех правил техники безопасности. Главное, в журналах ни одной записи. Ноль. Ничего. Да нет, ну что искать? Все обыскали, нет? Ну ладно, что ж делать? Будем разбираться. Хорошо. Что вы так на меня смотрите? Семен Ильич, он где? Его увезли. В больницу? Что с ним? Семен Ильич погиб. Как же так? Семен Ильич, мы только вчера, он... Только давайте без эмоций, ладно? Нам еще предстоит во всем этом разобраться. Ну как же вы могли? Ну как у вас язык повернулся? Сказать о нем по телефону такое? Что? Что вы сказали? Как у меня язык повернулся? У меня повернулся. У меня язык повернулся. Потому что я в свое время из-за такого вот эксперимента остался на всю жизнь калекой. А он герой, вы понимаете? Он герой. Да перестаньте вы. А этот был включен? Был. Что за ступеньки? Я же просил обесточить! Хватит! Довольно! Все! Вот на этом месте должен был быть не Сидоров, а я. Один был. У них седьмой только и в ДЧП. Убился. Не поверить. Ужас. В какой комнате? 305.
Да. Я передам. Геннадий Борисович. Гена, директор идет. Проглядеть критический режим он не мог. Значит, увлекся. Увлекся и пошел дальше за предел. Значит, должен быть результат. А что у вас? Да вот, это, так сказать, в первом приближении. Здравствуйте. Здравствуйте. Как получить акт и заключение экспертизы? К вам, Федя. Лисин, замдиректора. Левин, эксперт. Пожалуйста. Знакомьтесь, распишитесь. Хорошо. Извините. Алексей Петрович, мы нашли какие-то записи. Понимаете, тело было обнаружено лицом вниз. Левая рука откинута в сторону, правая согнута и прижата к груди. Ага, есть результат. Есть. И серьезный. Ну и отлично. Вы посмотрите, уже в четвертой пробе получен результат промышленного значения. Так. Полная запись, 7 проб, положительный результат. Но зачем он пошел дальше? Зачем? Некоторые считали, что Семен Ильич в последние годы превратился в завхоза, а он был настоящим ученым. Значит, он победил. Не смог вовремя удержать себя. Остановиться в эту для него счастливую минуту. Я прошу вас, пожалуйста, зайдите ко мне в кабинет. Ночевала у дочери, а он, оказывается, тоже не ночевал. Я позвонила утром, никто не отвечает. Заехала домой, вижу, не ночевал. Лариса Павловна. Он вам что-нибудь говорил? Нет, нет. Ну тогда что же? Я знаю, вы вместе работаете. Он нам позвонил поздно, я не поняла откуда. Сказал только, что загулял, потом сразу повесил трубку. Да, он... Ген, его... что с вами? Он что-нибудь натворил? Он... Как же так? Он его же... нет, Лариса Павловна, должен был нет, быть я, но нет. Семен Ильич... Он уже говорил Лариса со мной по Павловна, телефону! Он... Нет, нет. Лариса Павловна, дорогая, милая, это чудовищно, нелепо, но позвольте, я вам скажу, мы ведь с Семеном Ильичем... Да, конечно, герой. И биография прекрасная. Да, и фронтовик. И не только для молодежи. Спасибо большое, спасибо. Спасибо. Теперь надо спокойно доделать. Обязательно. Я считаю Иванцова полноправным соавтором Семена Ильича. Думаю, что с таким руководителем, как вы, Алексей Петрович, можно надеяться. Я понимаю. Теперь институт может, наконец, построить себе еще один корпус, купить новое оборудование, расшириться. Победа, как говорят, все спишет. Все. А как это допустили? Не надо. Да нет, надо. Надо. Вы
Вы мне что обещали? Ну, короче говоря, так. Я с вами работать больше не буду. Алексей Петрович. Извините, не могу. Можете считать, что заявление о моем уходе уже написано. Но не принято. Я знаю, и вы это прекрасно знаете, что вы без института не проживете. И вы нужны институту. Вы устали, Алексей Петрович. Но даже в отпуск я вас сейчас не отпущу. Да речь не об отпуске. До свидания. Извините. Алексей Петрович, вы все это не в запале? Не ради красного словца? Черт знает что. А то ведь я знаю, вы умеете высказаться. Что-что? Послушайте, а кто вам дал право так со мной разговаривать? Право? Да вы только что, извините меня за громкое слово, отреклись от нашего дела, от Семена Ильича. Вы ничего не поняли, Геннадий Борисович. Ничего. Ну, неужели вы не понимаете, как все это кончается? И для Семена Ильича, и для меня. И для вас. Все. Да, я слышал. Слышал. Как вы однажды очень убедительно и лихо подсчитали усредненную стоимость человеческой жизни. Но цену жизни Семена Ильича я знаю. И поэтому я в лабораторию работать. Вы лучше идите домой, Геннадий Борисович. Сегодня вы уже не работник. Не надо командовать. Вы подали заявление об уходе, Алексей Петрович. Вы ушли. Вас нет. Нет. Алёша! Алёш! Да? Какой ужас, слушай, я только что узнал. Что делать, все по краю ходим. Да, да. Хороший был мужик. Хотя не любил его, но должен признать. Здрасте. Да, Владик. Он смелее меня оказался. Алёша, он знал тебе цену. Он знал, что нельзя тебя загружать разными бумажками, дрязгами. Все этой чепухой. Да, теперь эту тему нельзя бросать. Ее надо дожать во что бы то ни стало. Есть предложение, Алёш. Объединить наши лаборатории. Тема близкая. Сила концентрируется. Управленческие расходы сокращаются. Твори свое удовольствие, а? А я тебя прикрою. Да почище Сидорова. Ты не Сидоров. Я понимаю, но в определенном смысле. Владик, ты не Сидоров. Понимаешь? Но я Яковлев, старик. Яковлев я. Геннадий Борисович, вы опоздали на 11 минут. Я думаю, что плюс-минус 15 минут вполне приличная амплитуда для такого коллектива, как наш. Да. Так вот, имейте в виду, теперь коллективу придется срочно перестраиваться. Ясно. Ну а кто же займется коллективом? Я? Значит, восстанавливаем установку. Прошу.
Я хочу изменить несколько узлов. Давайте обсудим, только срочно. Я понимаю, времени нам никто не даст.